13 февраля на базе Центральной библиотеки имени Фазу Алиевой города Каспийска состоялось совещание с начальником департамента по вопросам экономической и социальной политики аппарата полномочного президента Российской Федерации РСКФО Валентины Сахарновой. Главной темой встречи стало оказание адресной помощи семьям военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, принимающих участие в СВО. Необходимо уделять особое, очень внимательное отношение к соответствующей категории населения, как мы с вами знаем. На уровне республики также принят ряд нормативных актов, где, собственно говоря, и предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки участникам и семьям СВО, участников СВО. В ходе совещания Валентина Сахарнова уделила особое внимание заполнению и внесению сведений в социальный паспорт семьи участника СВО. Кроме того, она также поинтересовалась практической частью процесса реализации данной помощи. О проделанной работе для поддержки семьи участников СВО рассказал директор КЦСОН города Каспийска Зияудин Бахарчиев. Все подача документов, все вот трудоустройство на пришколу, детский сад, семей детей погибших и участников СВО, мы совместно с администрацией, мы обращаемся, например, к администратору трудоустроить школу или в детский сад. Муниципальное, соответственно, это муниципальное учреждение, дошкольное. Да, 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 да. Ну, которые относятся, например, к администрации, мы Каспийский город, Каспийский. В совещании приняли участие заместитель главы города Каспийска Гусейн Ункилов, начальник управления образования Лариса Абрамова, директор УСЗН города Каспийска Джафар Насиров и другие. Ответственные представители структур и ведомств муниципалитета также подробно рассказали о работе, которая проводится индивидуально с каждой семьей участника СВО.